Подводный мир как произведение искусства. В Токио открылась выставка, посвященная аквариумным обитателям. Участниками экспозиции стали более 8 тысяч золотых рыбок, морских коньков и других представителей экзотической фауны. По словам организаторов, каждый аквариум-экспонат создан так, чтобы максимально подчеркнуть главное – элегантные и плавные движения их обитателей. Полюбоваться на молчаливых участников инсталляции посетители смогут до 24 сентября. Я хотел создать художественную инсталляцию, которая была бы живой. И настоящие рыбы помогают в этом гораздо больше, чем любые материалы и изображения.